это, наконец, свершилось. Можно смело открывать шампанское. Спустя более чем 3 года путинской агрессии в Украине Запад заключил сделку с ключевыми российскими элитами. Да так удачно, что они стали суетливо, а иногда и грубовато сливать своего патрона. Для тех, кто не понял, уточним. Путин – все. В Кремле полным ходом идет гибридный дворцовый переворот. Почему гибридный? Потому что все происходит как бы само собой и без видимых признаков заговора. Вспомните, как выглядела очередная прямая линия с Путиным в этом году. Все, с самой первой минуты, было явным саботажем, троллингом и издевательством. В правом нижнем углу телеэкранов непрерывно шли вопросы, лозунги и мемы недавних протестных митингов. Кроме троллинга, тщательно выверенная была подборка сюжетов из российских регионов. Это был настоящий ужас на грани чудовищности. Специально подобранные картины жуткой нищеты, убожества и упадка. Весь обслуживающий персонал Путина сменился. Мы видим холодных деловых мальчиков и девочек без восторженного блеска в глазах. В каких случаях происходит подобное? Когда за спиной у патрона осуществляется заговор. Сейчас идет операция по уничтожению имиджа ВВП. Прямая линия с Путиным была картиной распада. Россияне наблюдали драматическое событие. Их лидер исчез. Он не ответил ни на один вопрос, а лишь повторял нервный абсурд про то, что деньги выделены, а где они, он не знает. Мы полностью выделили федеральные деньги. Попрошу разобраться, прокуратура обязательно, где деньги, как они были израсходованы. Но нам придется принять какие-то решения, связанные с увеличением финансирования. Путину больше нечего предложить. Вот главный вывод из увиденного представления. России не предложено никакого будущего. В сталинские времена, после такой прямой линии, руководителей гостелерадиокомпании товарищи Эрнста и Добродеева чекисты кончали бы прямо в их рабочих кабинетах. При том же Путине 3-летней давности, вскоре после линии, они были бы арестованы за масштабнейшие финансовые злоупотребления. А сегодня эти персонажи пошли на такой откровенный саботаж только потому, что они прекрасно понимают, что им за это ничего не будет. Таково сложившееся соотношение сил в верхах. Запад четко дал понять, что при неадекватном Путине прежние деловые отношения не восстановить, и, соответственно, все активы верхушки на Западе под угрозой. Вся сакральная модель российской клептократии «грабить дома», а наворованное хранить на Западе поставлена под угрозу внешнеполитическими авантюрами Путина. Последнее китайское предупреждение российские элиты получили от американского Сената. Достаточно почитать некоторые положения нового пакета санкций против России. Запрещена предоплата за российские товары и сырье со стороны западных покупателей. Те компании, которые уже находятся под санкциями, не смогут больше проворачивать схемы скрытого кредитования под видом предоплат. Средневзвешенная стоимость капитала компаний возрастет до небес. «Газпром» и «Роснефть» вместе с российским бюджетом станут банкротами. Гораздо быстрее, чем ранее предполагалось. Будут усилены запреты на передачу технологий для разведки и добычи нефти. Эти секторальные санкции введены для всех российских нефтегазовых компаний. Перечисленное в своей комбинации приведет к коллапсу объемов добычи, продаж, поступления валюты, поступлений в бюджет. Эти специализированные меры попросту приведут Россию к дефолту, если Путина сейчас не уйдут по-тихому. Вот почему российские элиты стали сговорчивыми именно сейчас. Дальнейшее промедление грозит потерями всего, что Аликперовы, Абрамовичи, Вексельберги и прочее наживали непосильным трудом многие годы. К слову, новый пакет санкций обязал Минфин США, ЦРУ и Госдеп докладывать Сенату о ведущих политических фигурах и олигархах в России, включая не только оценку их финансового состояния, но и анализ реальных взаимоотношений этих граждан с Владимиром Путиным. Это стало последней каплей. Все хотят зарабатывать деньги и отдают себе отчет в том, что при правильном кризисном управляющем все санкции можно отменить, ну, где-то за полгода. И этот управляющий совсем не Путин. У фюрера парализована воля. Он не может принимать решений. Мы обязаны обратиться к народу. Мы должны понимать, что происходящее сейчас в Кремле гибридный дворцовый переворот – это закулисные игры жуликов, воров и военных преступников. И, конечно же, не стоит питать иллюзий, ведь вполне возможно, что на место Путина может прийти кто-то еще более отмороженный. Но смена диктатора всегда ослабляет режим в целом. Это дает надежду на уход России из Донбасса и установление мира в Украине. Ну а там и Крымом займемся.
Так что, Вова, если ты еще до сих пор не понял, ехай! Ехай!